Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту». В студии Александра Абдуллина. Александра Абдуллина, начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Управления Росреестра по Республике Татарстан. Несколько лет назад мы сделали перепланировку квартиры, но без разрешительных документов. Теперь нам нужно срочно квартиру продавать. Понадобятся ли нам эти документы при продаже квартиры? Согласно статьям 25-26 Жилищного кодекса Российской Федерации, все изменения внутреннего плана квартиры должны согласовываться с жилищной инспекцией. Поэтому продавать квартиру с неузаконенной перепланировкой нельзя, поскольку в документах числится одна квартира, а по факту получается другая. Если вам нужно все-таки продать квартиру, то можно это сделать двумя способами. Во-первых, договориться с покупателем, то есть он приобретает квартиру в том состоянии, в котором она есть, и тем самым берет на себя все процессы и затраты по узаканиванию перепланировки. Мы же рекомендуем самим оформить ранее выполненную перепланировку, обратившись к кадастровому инженеру, который подготовит техническую документацию для узаконения произведенной вами ранее перепланировки и последующей подачи документов в Росреестр.